Баткенской области полным ходом идут весенне-полевые работы. В этом году в связи с пандемией планируется увеличить посевные площади в целях обеспечения продовольственной безопасности региона. Мурат Вайдулаев, земледелец из Лейлека, как обычно, сеет ячмень. В этом году вспашка началась на неделю раньше. Ожидается хороший урожай из-за обильного снега зимой. Также быстрыми темпами идут и работы в Араванском районе Ошской области, Сузакском и Ноокенском районах Джалабадской области. Это примерно 600 гектаров уже перепахано, весенние полевые работы уже идут. А вообще на весенние полевые работы мы с декабря месяца начали подготавливаться. Самое главное, вот 4 направления – это семена, финансы, горючие смазочные материалы и техника. Здесь это готовность техники есть. В южных регионах уже почти 75-90% готовности есть. По данным ведомства, общая площадь посевов в нынешнем сезоне составляет 1 230 000 гектаров. Это на 6 500 гектаров больше, чем в прошлом году. Высокие темпы проводимых полевых работ стали возможными благодаря успешно налаженной в республике системе предоставления сельхозтехники в лизинг. В результате в этом году уже получены 13 единиц сельхозтехники на сумму более 33 миллионов сомов. В республике действуют 6 государственных линий и 4 коммерческие проекты через Айлбанк. В данное время всего выдано 3281 техники на сумму свыше 5 миллиардов сомов в данное время. И в этом году тоже мы привлекаем инвестиционные средства на сумму где-то около 500 миллионов сомов. По данным Минсельхоза, средняя цена за ГСМ на юге страны составляет от 35 до 39 сомов за литр. Даяна Джумабекова, Нуркамиль Асанов, Алатау 24.